Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Rage. В последней серии мы выполняли сайт-квест и в результате получили очень много всего хорошего, так что мне это даже понравилось. Поэтому в этой серии давайте попробуем выполнить еще что-то отсюда. Скажем, пропал без вести. Или вот украден товар, украли мою выпивку, отомстим. На запад в гараже. Нет, это неинтересно. Потому что в гараже мы их уже были, и кроме перестрелки нас там ничего не ждет. Одного. Угу. Вот это, я думаю, будет хорошо. Вернуться в убежище призраков. Ну, давайте сходим. Так, все, забываю, что надо в гараж идти. Все, выходим в пустоши, а дорога опять же предстоит довольно-таки дальняя. В самой дальней точке карты, насколько я помню, гараж призраков. Ну ничего. Нам не впервой. Свободен. Так, хорошо. Меня всегда интересовало, что это за кратер такой. Ой, тихо. Свободен, отлично. Так, теперь мы вот так вот возьмем разгон небольшой. У меня есть небольшая идейка. Ах, недолет. Ну ладно. Второму разу испытывать, я думаю, судьбу не будем. Все, поехали. Дальше в пустоши. Супа. Тут, по-моему, да, прямо. Можно к Хагару заглянуть, возможно, там появились какие-то задания, но я думаю, это бессмысленно. Так, хорошо. Вот сюда. Машина ощутимо стала быстрее, кстати, ездить из-за нового движка. Это отлично, на мой взгляд. Упс, проканулся, называется. Давайте наведаемся к призракам, давно у них не были. Надо напомнить им о себе. Кто-то у нас тут пропал, а то. Блин, да чё ж всё-таки графика отличная в этой игре. Найти пропавшего человека. Будем искать. Возможно, кстати, вот тут я еще не открывал. Блин, уже заметили. Мы должны отойти! Назад! Идите сюда, ребят. Ладно, пока они там жуются. У нас есть из чего собрать замколомку? Нет, к сожалению. У нас нет... А, нет, это ж не то. Вот. Создать. Я опять уставший, поэтому... Мне простите. Филтрит. Отлично. Коллекционная карта. Тоже круто. Так, все вроде. Ладно. Все, двигаемся вперед. Начинаем устраивать геноцид этих уродов. Свободен. Вроде спокойно. С того надо собрать. У него наверняка что-то полезное было. Доллары. Нет, ничего полезнее доллара. Тихо. Всем
Ты как там, живой, нет? Меня положили. А, пацан у нас раненый. Ты посмотри, как живучий. Так, давайте признавайтесь, куда паренька дели. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Блин, да что ж такое? Не успеваю кнопки нажимать. Ну ладно, вроде нормально. Жить можно пока что. Давайте сохранимся, кстати. Потому что мало ли чё. Это не тебя украли? Случаем. По-моему, в прошлый раз не был, когда тут был. Хорошо. Да, конечно, с улучшениями этот автомат стал гораздо лучше и стрелять, и... Вообще, короче говоря, просто не автомат, а праздник какой-то теперь. Нет, ты явно не тот, кого я ищу. Так, и тут меня в прошлый раз, насколько я помню, схватили. Видимо, вот и ты, да? Ну что ж поделаешь. Все, можно возвращаться. Уф. А тут я смотрю, еще народу понабежало. Ладно. Тихо. Так. Да что ж ты? Два раза промахнулся. Меня положили. Ты посмотри, какой уворотчик. Прям нео какой-то. Буквально за долю секунды до того, как до него долетит стрела, он поворачивается в другую сторону. Это, по-моему, талант. Твою же дивизию. Посмотри. Ох, ладно, это было довольно-таки скучно, надо сказать. Довольно-таки посредственная миссия, так что, пожалуй, нам пора направляться к шерифу Блэку. Сайд-квесты, они, конечно, хороши, но в меру. Чисто в них углубляться, я так понял, не стоит. Ну ладно, будем знать. Посылать второй раз на ту же самую локацию, в принципе, с теми же самыми врагами, это, по-моему, не очень интересно. Ну да как знать, может кому-то это понравится, просто у меня, на мой вкус, это довольно-таки скучновато. Все, отправляемся назад. Мимо нашей злополучной канализации. Ой, чё это было? Да, мне кажется, надо шины купить. Более хорошие, за 25 где-то. Но для этого надо выиграть еще пару гонок. Я, наверное, сейчас, знаете, как сделаю? Я... поучаствую в паре гонок, но чтобы вас этим не утомлять, я просто, возможно, вылежу или нет. Не знаю, посмотрим.
А потом уже как заработаю денег, собственно. Включу запись или нет? Не знаю. Сложно сказать. Так, ну, первым делом мы направляемся в шериф. К шерифу. В шериф, говорю. Вот, что-то вообще сговариваюсь. Ремонт. Выйти. Источник. Так, где у нас тут шериф-то? Да-да-да, он наверху. Супа. Ты вернулся? Хорошо. Есть проблема, и я думаю, что тебе она по зубам. Но твой крошечный багги не для Севера. Боюсь, тебе придется найти что-то помощнее. Да я бы с радостью. Тебе реально нужно заполучить Куприна. Мне надо отвезти припасы на север. Возвращайся с хорошей тачкой, ладно? Так, самое простое добыть его — это выиграть. Жми к трассе и разыщи там Джеки Викс, он организует гонки. Самый легкий способ получить Куприна — выиграть его. Джеки Викс, вот кто поставит тебя на нужный заезд. Джеки Викс у нас, по-моему, был, собственно, тем устроителем гонок. Надо сказать, меня это интересует, потому что этот багги, он... Я отлично выступил. Да, я знаю. Потому что этот багги, в принципе, звезд с неба не хватает. Ну, сейчас посмотрим. Внимание! Спонсорская пыльная 8 открыта! Всеми любимое событие! Хочу Куприна. Хочешь автомобиль покруче? Тогда спонсорская пыльная 8 – то, что тебе нужно. На ней местные лидеры индустрии показывают товар лицом. Тут тебе и гонки, и реклама. Все довольны. И если хочешь участвовать, тогда лучше найди себе спонсора. Крутым гонщиком – крутые тачки. Так. Ходят слухи. Парню из того шоу «Убей мутанта» или как его там требуется водитель. Если хочешь, поговори с ним. А, ну ладно. Ты найдешь эту обитель ужасов на Южной магистрали. Ищи знак с его лицом. На Южной магистрали. Ладно. Алиф. В принципе, я думаю, сейчас нам первым делом надо купить патроны на шотган. Так, сегодня мне повезет. Бросай. Печально. Печально. Да. Ну ладно. Так, мне нужны патроны, дорогуша. Кофе. Посмотришь на мои товары? Конечно. Поторгуем. Так, у меня 400 баксов, кстати говоря. Что мне тут может пригодиться? Ингредиенты. Схема турели. Создает турель, которая обстреливает все. Вот это вот круто. Я еще видел в роликах паука, тут его нету. Вот, робот-страж. Это мне обязательно нужно. А это у нас что? Дробовик-гранатомет. Пробивные патроны. Так, первым делом вот это. И, в принципе, патронов надо купить, а за остальным вернемся попозже. Так, я думаю, будет нормально. В принципе, нас еще и на второе хватит. Так, какой же из вас взять? Блин, и ту охот. Давайте вот это купим. Приятно иметь с тобой дело. Так, что мы можем в итоге скрафтить?
Мамаши можем скрафтить. Робот-страж, в принципе, тоже. Целых два можем. Хорошо. И давайте мамаш. Отлично. Так, теперь давайте посмотрим, где у нас, собственно, этот робот-стражник. Его, видимо, на быстрый слот надо ставить. Привет, друг. И тебе не кашлять. Все, отправляемся к Мику. Гараж. Так, сначала давайте-ка выйдем из машины. Я сразу посмотрю, что у нас. Да, робот страж, его можно выпускать, отлично. Но пока что я поставлю крылопалки. И, собственно, поехали. Поучаствуем в этом шоу. Потому что, насколько я слышал, чтобы он стал нашим спонсором, нужно сначала поучаствовать в его шоу. Хотя могу и ошибаться. Добрый день. Куда подевался, братин? Тихо. Все нормально. Упс. Тихо-тихо. Я еще такой думаю, приедет, не приедет. Приехал. Ну ты понимаешь, да, что тебе придется за это ответить. Все, супер. Интересно, что это он там за строение такое, но я так понимаю, что это и есть правительство, поэтому лучше туда не суваться пока. Да, довольно странно. Шоу «Убей мутанта». Ну, давайте посмотрим. Красочно. Посмотрите-ка, кое-что новенькое. Похоже, сегодня я не зря встал с постели. Я полагаю, ищешь спонсора? Класс! Muy bueno! А ты симпатико, да. Тебе нужен спонсор, а мне нужен участник. Игра простая. Выходи на арену, и она начнется. Все просто. Убей или умри. Выживешь, сделаешь мне хорошее шоу, получишь спонсора. Так просто у тебя все выходит. Ты готов? Ну что ж, какой у нас есть выбор? Давайте. Хорошо, что я на дробовик патроны купил. Чудесно! Устроим шоу, я буду крутить его годами. Я надеюсь, это не очень сложно. Хотя... Справимся. Дорогие зрители, на очередном зубокостедробительном шоу «Убей мутанта». У нас в гостях совсем свежий участник. Явился прямо из прошлого и кажется крутым. Но готов ли он к состязанию? Мы скоро узнаем. А сейчас дорогу герою! Ха-ха, это по-своему забавно. Твою мать, ты чего меня пугаешь? Не скажите, мы приготовили целую партию северных мутантов. Они быстрые и кровожадные, так что нашему герою придется попотеть. Итак, начнем наше представление. Убей или умри. Вот и все правила.
Ну что, погнали. Чё у тебя на голове такое? Тихо. Ай-яй-яй-яй. Дышишь? Твою мать! Блин, это может быть напряжно. Фу! Да блин, ни хрен попадешь. Это еще что такое? Так, в угол, в угол. Твою дивизию. Надо отсидеться. Тихо, тихо, тихо. Блин, это напряжно, надо сказать. Ну, в принципе, это было довольно-таки напряжно, и учитывая, что, короче говоря, мышку мне неудобно сегодня держать, поэтому целиться неудобно. Она у меня видели бы, где лежит, на табуретке, которая стоит рядом с креслом, потому что у меня сейчас со столом, компьютером небольшая проблема приключилась. Ну ладно, мы справились, сохраниться можно, нет? Это печально. Так, патроны. Бинтов маленько. Это нам явно пригодится. Вы гоните. Ах, твою мать, тупица. Так просрать робота, это печально. Ой-ой-ой. Атакуют демоны. Фу. Зато денег дают неплохо. Пока все идет отлично. Скотина. Но по-своему прикольно. Конечно, тут надо уже напрягаться серьезно. Что-то это все у меня не вызывает доверия, надо сказать. Теперь у тебя есть шанс выиграть. Все просто. Стреляй в цель, чтобы остановить колеса на призе, прежде чем кончится время.
Берегись мутантов! Удачи! Понятно. Отлично. Опс, плохо. Бешеные ты какие. А неплохо было. Вор, наш участник, показывал прекрасные навыки выживания. Надеюсь, он готов к следующему вызову. К следующему? Да хватит уже меня мучить, а. Ну вообще веселуха. Да блин, не та кнопка. Упс. Да блин, ну бери ты другое оружие. Что ж ты купишь-то? Ты посмотри, он просто... не хочет брать другое оружие. Во время бега нажимаешь смену оружия, он его не меняет ни в какую. Будем знать. Как бы там ни было, у нас более-менее все получается. Ой-ой-ой, тихо. Чуть не порвался. Фу. А, еще не все, но обычно. Твою мать. Ой, ой. Сейчас, братень, все будет. О, он на опережение работает. Короче говоря, ты вообще никакущий, насколько я понимаю. Поэтому мне нужно... Ох, никакущий, понимаешь. А, нам нужно маленько толстячков. Тихо. Да что ж ты, блин, какой, а? Да, но это было дело, конечно. Я надеюсь, все. Отличное шоу! Не побоюсь сказать, что это лучший участник месяца! Ты
это не расходитесь. Пока наш участник пробирается к пьедесталу, послушаем сообщение от наших спонсоров. А, я бы хотел передать привет своей маме. Так, ладно. Ездить уже 10 лет. Расти, да, крутой. Новое достижение, с чем я вас и поздравляю. В принципе, все. Это было весело. Мне это очень понравилось. Хотя, конечно, было неожиданно и сложно. Я думал, просто поговорим. А, но потом вспомнил таки, что обещали биту с мутантами. Лучший боец месяца. Ты получил спонсора. Удачи в гонке. Стой, 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 пока не ушел. Хочешь сняться еще в одном эпизоде, а? Не-не-не. Деньги не маленькие. Может, позже. У меня уж патроны а то кончаются. Так, ну что, возвращаемся. Ну, это было, конечно, довольно-таки странно и по-своему прикольно. Но я не хотел в этом участвовать еще раз, без крайней нужды. С другой стороны, платили очень хорошие деньги. Сколько я заработал там? 500 баксов, по-моему. Да что ж такое? Так, тихо. Далеко не уйдешь, я так думаю. Все, супер. Машина, конечно, довольно-таки серьезно получила в итоге. А, ну ничего. Да шо ж, шо ж такое? Все, возвращаемся в источник. Теперь у нас есть спонсор. И мы можем участвовать в гонках. Вот так. Так, отремонтируем, что у нас там. Все хорошо. Выходим в источник. Сходим сюда, возьмем свое вознаграждение, как обычно. А ты хороший стрелок. Надеюсь, скоро увидимся. Денги, давай. 11 гоночных сертификатов. Отлично, сколько у меня их там уже? 12. Скоро новую шиповную резину возьмем. Ну и в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию, а начнем в гонках участвовать уже в следующей. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.